Всем привет! Значит, вылезла на улицу, сейчас 8:30 вечера, и мы с Арамом договорились встретиться на площади, хотя я там уже сегодня была под конец своего тура. Но я опять туда иду, потому что я на Фейсбуке подписана на все мероприятия Еревана, и сегодня я, честно говоря, так до конца и не разобралась, об чем сие мероприятие, но, судя по масштабам декораций, которые там устанавливали, судя по заявленному, как скажем, заявленной роскоши происходящего, какое-то лазерное шоу будет, какое-то там что-то с участием воды, я так подозреваю, поющий, танцующий. Ну, в общем, короче, я так давно не ходила на какие-то такие интересные мероприятия, концерты, ивенты какие-то, да. Думаю, ладно, и сегодня у меня два ученика отпали, как раз вот аккурат, когда это мероприятие начинается, в 9 часов. Поэтому я решила воспользоваться, не полениться, и вместо того, чтобы овощем валяться на диване, все-таки выперлась на улицу. У нас сейчас как раз самый конец заката. Вот площадь Франции за моей спиной. Не жарко, очень приятно. С большим нетерпением жду следующие пятницы, потому что мы идем на концерт Анны Асти. Поверить просто не могу, что я ее увижу вживую. И поэтому вся преисполнена трепетного ожидания. Не могу сказать, что я большая поклонница таких вот шумных, стадионных прямо масштаба концертов, но понятное дело, что когда такой известный исполнитель приходит, он не может в крошечных каких-то залах и клубах выступать. Так что, вот такой вот, посмотрите, красивой зелененькой тропинки. Я сейчас срежу. Мы с Арамом должны где-то у площади встретиться. Надеюсь, в толпе это получится сделать. Для интересующихся, для тех, кто хочет в Ереван приехать, вот как мимоза цветет, посмотрите, прямо розовое такое облачко. У нас абсолютно безопасно, никаких волнений, никаких митингов, больше ничего нету. Город продолжает спокойно жить в своем обычном режиме, так что приезжайте, записывайтесь ко мне на экскурсии, все хорошо, все нормально. Сейчас я спущусь к Лебединому озеру. Сейчас чемпионат мира по футболу проходит, все кафе, конечно, пользуясь этим, зарабатывают денежку, потому что очень много желающих посидеть как-то так уютно среди зелени, в парке, где-то и на большом мониторе посмотреть футбол с друзьями и так далее. Так что вот у нас небо какое красивое, посмотрите, вообще бомбезные краски. Так, я сейчас направляюсь к Северному проспекту. Вот сейчас с толпой людей. Вот Лебединое озеро за моей спиной осталось. И Северный проспект. Небо, так скажем, сомнительное какое-то. Вчера у нас был страшнейший ливень вслед за московским ураганом. Буквально там закончилось, у нас началось. Вот обычное сумасшедшее человеческое движение на Северном проспекте. Знаете, такое место-подиум, улица-подиум. На людей посмотреть, себя показать. Все сектора Северного проспекта разделены между музыкантами, кто-то что-то поет вечно. Так. Тут можно увидеть людей всех мастей, от обычных до самых странно выглядящих. Северный проспект, на самом деле, днем это адовое пекло, крематории настоящие летом. Но вот вечером улица оживает, ветерок поддувает приятный. Кстати, мое самое любимое здание на этом проспекте, такое красивое.
Вот. И почти там вот близенько на горизонте маячит площадь. Вот так вот вам кусочек летнего Еревана. Фонтанчики люди водичку пьют. Мои любимые кафе, вот если кому интересно. Я вот, кстати, какой маленький мальчик на саксофоне играет. Самые мои любимые кафе, вот Сигафредо. И еще больше люблю Сорису, особенно его мороженое. Там еда такая неплохая, кстати, очень недурственный. Этот, как его называют, карбонара хороший очень. Там наверху я очень люблю сидеть вот прямо у окна, на улицу смотреть. И мороженое там огромное количество. После каждого тура практически я обязательно себя балую одним-двумя шариками. На самом деле они настолько огромные, что более чем хватает. Конечно, дороговатое мороженое, но реально оно того стоит. Вот. Отель «Северный проспект». Кафе с фонтанчиками, Нью-Йоркер большой достаточно. Как раз Крубошки на последний звонок я там себе блузочку взяла. Минисо. И какой-то придурок на мотоцикле шумит. Вот. 4, 3, 2, 1. Aram sayırı karşına ilgidiz. Ormanın içinde. Şaksı olarak. Ormanın içinde. 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 Ormanın içinde.